Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни благодетелю, принеси весовны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господь наш Бог, благослови нас именем Господа Иисуса Христа. Исповедать имя Твое Святое по Слову Твоему. Даруй, Господи, для этого эти занятия провести как должно истинным православным христианам. Не просто быть слушателями, но и исполнителями. Помоги, Господи, чтобы еще многие люди познали о Тебе через наши уста, через уста истинных благовестников. Пошли их на нивы эти, которые уже давно побелели, а делателей так мало. Соделай нас делателями, Господи. Даруй быть истинными помощниками настоящих тружеников духовных. Помоги им. И батюшке нашему, и наставнику Игнатию, и всем трудящимся пастырям. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Осторожней, кот. Надежде Васильевне что-то жмет. Пахнет, наверное, кошкой. Евангелие от Матфея, 5 глава. Четвертого стиха. Блаженны алчущие, ибо они утешатся. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ну, что такое, не дочитал, что ли? Плачущие, то есть о грехах, а не о чем-либо житейском, говорит нам толкователь блаженный Феофилакт. Сказал же, плачущие, разумея плач неоднократный какой-либо, но всегдашний. Притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. Утешатся же они не только там, но и здесь, ибо утешатся. Ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. То есть, как говорится, о небесном царстве. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов. А там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную. Так, ну что, никто не хочет поплакать о грехах своих, все безгрешные, понятно. Ну вот это ближе всего к нам, православным, все сидят, молчат, скорбят, потому что и так всем все ясно. Да, конечно, ясно. Плакать нужно постоянно, и плакать, и православные это и делают у нас. И за родных, и за близких. Постоянно как бы они плачут, только когда начинаешь спрашивать их, а зачем вы ходите в церковь? Все как один говорят не о грехах, а только о здоровье. Да. Все, у кого там в армии кто, у кого просто здоровье очень слабое, кто-то там заболел. Ну, бывает еще такое, что когда кто-то рано умрет, тоже бывает возмущение такое. Но чтобы до настоящих слез довести человека. Мы как человека видим плачущего? Вот человек плачет. А скорбит он в каком случае для Господа?
Тогда, когда он плачет, как здесь написано, о грехах своих и чужих грехах, то есть он их видит, и он плачет. Какой это может быть плач? Это печаль, скорбь может быть. Слезы должны быть. Но это самое важное, что должно быть, это слезы. А бывает они всегда? Нет, конечно, не всегда. Это вот Игнат Тихонович говорит, что он просил этот слезный дар, и Господь давал ему. Ну, больше я... Ну, как и есть, и жития святых, где святые прям показаны были для людей. У них прям борозды были от слез. Вот так плакали. Ну, и, конечно, я так понимаю, что не только о своих грехах они так плакали. А именно то, что видели вокруг, эту неправду, это нечестие людей. Так, вот написано, плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Тут Господь еще говорит о том, что мы должны постоянно находиться в правде Божьей. Правда Божья – это законы Его. Вот исполняя законы Иисуса Христа, законы Божьи, вот заповеди блаженства, мы постоянно пребываем тогда в правде. Вот и когда приходит он креститься к Иоанну Крестителю, Иоанн Креститель говорит, тебе надо накреститься от меня. Господь говорит, нам так нам надлежит исполнить всякую правду. То есть заповеди Божьи, законы Божьи, их очень много. И вот об этих законах у нас постоянно идут дебаты, особенно с теми людьми, которые вообще ничего не исполняют. А какие законы исполнять? А как мы их исполним? А зачем их исполнять, если мы новая тварь? Бог же нас сотворил новыми. Бог сотворил нас новыми для того, чтобы мы исполнили закон. Вот все говорят, любовь, любовь. А написано, любовь есть исполнение закона. Это Римлянам 13 глава, 10 стих. Говорит об этом. Любовь есть исполнение закона. О любви много говорят. А что такое любовь, никто не говорит. То есть можно сказать, допустим, вера это, прям можно поставить тире, как нам послание к евреям говорит. Вера есть. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да, вот теперь над этим можно уже рассуждать. Тут уже много слов. А так вот спросит, а что такое вера? Вера это, ну, когда там начинают, ну, конкретно сказано, теперь об этом нужно рассуждать. То же самое и любовь. А что такое любовь? И вот начинают, любовь, это когда ручки ребенка тянутся к шее матери, или там лепечущими устами, там мать там ласкает, там своего младенца что-нибудь начнут, там как наворачивать, не поймешь ничего. А конкретно говорится, любовь это исполнение заповедей. И теперь вообще все понятно становится. А заповеди какие? Ну, заповеди, вот они в Слове Божьем, 20 глава Исхода открываем, начинаются заповеди, дальше идут заповеди, заповеди. И какие заповеди? Ну давайте откроем, прочтем их и начнем их исполнять. Они там написаны. А борода относится к ним? Да, борода относится. А одежда женская? Да, относится одежда. Это второзаконие 22.5. О бороде левитам 19 глава 27 стих и 21 глава 5 стих. Это книга левиты. А дальше какие еще законы есть? Законы, как себя в семье вести, какой ты должен быть к жене относиться. И вот начинается, не все распределяются эти законы, начиная от 1 до 10. Первое это «Я Господь Бог твой, нет у тебя другого Бога». То есть мы познаем только одного Господа Бога. Это Иегову, который все даровал нам, сотворил нас и все дал, что есть, чтобы мы могли найти спасение. И до последней, когда ты не должен возжелать ничего, что есть у ближнего твоего. Брат. Я к первой заповеди хотел дополнить немножко. Людям немножко непонятно, они даже, когда говорят о Боге, они вроде как, ну это вера души и так далее, а написано, что как к Богу надо вообще относиться, человек должен к Богу относиться. Написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. То есть, насколько Бога надо. И даже еще Господь нам объясняет, как. Это мы читаем, так, это Марка 12:30, я прочитал все Писание, а есть Матфея 10:37, он говорит,
Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. То есть здесь вот в первый заповедь это все входит. Как мы должны относиться к Богу? Здесь Господь нам поясняет. Да, но у Господа в первую очередь мы должны рассматривать такие места, которые нас касаются очень сильно. Вот людей. Какие это места? Вот слушаешь, вот как Игнат Тихонович беседует там, или братья беседуют с сектантами. Сектанты, они купились на сладкие такие вот подачки, как бы вот человек любит сладенькое, оно легко входит в уста, не горчит, глотается, как-то веселеет взгляд после этого, сердце радуется, а потом после сладкого-то становится горько, неправильное там пищеварение и так далее, начинаются болезни, многое чего. То же самое здесь у человека, то есть они заходят вот в это учение, оно совершенно беззубое, оно бесхребетное, это учение, которое сектанты придумали. Просто ты призови имя Господа, и все. Спасешься. И ты спасешься, больше ничего не надо. И теперь начинаешь говорить ему о трудностях и сложностях, которые Господь уготовил, они уже ничего не слышат, это не видят. Они привыкли вот эту сладенькую патоку принимать, и все. А как же написано скорбями, как написано Царство Небесное силой берется, употребляющие усилия восхищают его Евангелие от Матфея 11 глава, 12 стих. А они это не принимают. Что там, какие усилия, зачем, что. И потом вообще до того это все дошло, мягенькое вот это постеленное и сладенькое. Что придумали, что вообще верующие не будут никаких скорбей испытывать. А Господь перед своим тысячелетним пришествием, еще тысячелетнего пришествия, царства нет у Христа, оно будет только. Он всех праведников заберет на небо. А все, кто нечестивые, они тут пускай мучаются тысячу лет еще. То есть это называется тысячелетнее эллениум, тысячелетнее царство Христа. А может быть сейчас уже это время наступило или нет? Да, нет, то, что сейчас это время наступило, это каждый православный должен знать. Оно наступило тогда, когда Христос на Голгофе связал сатану. Евреям 24. Это? Евреям 24. 14, 2.14. Да, и держит его сейчас там, на цепи, он там скованный. Это 20 глава книги Откровений. Первые стихи там, в третьем стихе конкретно говорится, что... Ну а если спросят, а как же тысячелетнее царство, тысяча лет уже прошла, уже 2015 лет. Что надо, как нужно отвечать, сестра, знаешь? Я что ли? Ну да, ты же не знаешь, что... Это может быть, она сейчас уже идет. Вот как это будет. Да, 20 глава, с 1 стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Этот ангел, это Иисус Христос, Сын Божий. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, тут прямо говорится, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же всего ему должно было быть освобожденным на малое время. Вот, как это говорится об этом. Вот сектанты, они путают этого ангела просто с ангелом и начинают придумывать. А если бы они знали, что тут слово «ангел» эпитет ангел представлен ко Христу, что уже встречалось в Слове Божьем, они бы так не рассуждали. А было такое, что ангел, под видом ангела приходил Господь. Да, это уже было в Библии, в Ветхом Завете было, и в Новом Завете. И поэтому они не рассуждают так, а и наоборот они, допустим, там о поклонении, когда неправильно рассуждают, когда кланялись человеком, и Господь, ну и Господь им говорил, не кланяйтесь им. И они тогда говорят, а нельзя вообще никому кланяться, только Господу нужно кланяться. Ну запутались сектанты. Почему? Потому что нету толкования святых отцов, сами начали мудрствовать. Как бы все отвергли, потому что ну, сердце их воспылало яростью в тот момент, когда они не принимали церковное, когда там были возможные правильные возмущения. Только нужно было возмущаться не сердцем, не злобой, не с гневом,
нужно было возмущаться, а с осуждением. Не осуждать сразу всех на преисподнюю, а рассуждать, кто правильно поступает, кто неправильно. Ну, это еще с Мартина Лютера началось. И там и же с ним, там и потом Кальвин, там кальвинисты пошли, и там многие другие баптисты. И все-все сначала с гневом восприняли все, что было в церкви. А тогда католики, они много ереси принесли в церковь. Но это все-таки была церковь. Она и до сих пор церковь, еретическая церковь. Рукоположение у нее идет от апостольских времен. Через апостола Петра, от Иисуса Христа. Ничего тут не скажешь. Но единственное, что заблуждений и ереси так много, и такие они не просто опасные, а смертельно опасные, что, ну, вот у людей сложилось такое мнение, что церкви вообще никогда не было. А о православной церкви знали меньше намного. О Византии старались они не думать, потому что люди жили тогда на широкую ногу. Ну, вот как вот говорят об Игнате Тихоновиче, что когда пришли к нему там знакомиться, а у него в доме ничего нет, там умывальничек, умывался, лил себе, набирал стаканы, лил на руки, вот так вот. Ну, то есть даже умывальника не было нормально, над тазиком. Посмотрели, как живет. Бедность несусветная. Вот так вот православные жили всегда. А к нам уже роскоши эти пришли, евроремонты, сами, само за себя говорит, евроремонт. О чем речь идет? Из Европы. Там уже люди старались, чтобы у них было чисто. Да это вот пришло-то уж когда, вот в последние вот годы, где ожили-то как? Нет, ну да, и советская власть тоже в черном теле как-то держала вот людей. В 70-х годах в начале как-то получше. Тоже жизнь. Не сказать, что у нас. Ну как-то это все, видать, пришло через православие. Потому что как жили святые? Ну в кельях все знали об этом. Святых почитали всегда в православии очень сильно. Ну вот опять мы пришли все-таки блаженные плачущие. И церковь, в церкви особенной заботой именно плачущие пользовались. Кто это? Это убогие юродивые, как считали их, вдовы, сироты. И в церкви всегда выделялись специальные люди, средства. Вот диаконы были рукоположены для чего? Чтобы обихаживать всех этих обездоленных людей. Церковь об этом заботилась. Но это мы говорим о внешнем. А есть внутренний плач, о котором говорит вот, и Давид говорит. Я только заговорю, а не к войне. И говорит, восстал на меня тот, кто ел со мной хлеб, поднял на меня пету свою. Мы вместе, говорит, ходили в Дом Божий, молились вместе, получали благословение Божие, и человек восстает. От чего это происходит? Как это происходит? И здесь печаль, конечно, охватывает душу, которая искренне веровала, которая видела, как спасались ближние. Да? Брат, говори. Ну, я дополню к тому, что ты сейчас сказал. Он еще где-то в псалмах царь Давид говорит, что я одевался во вретище, когда у них какие-то скорби были, у его же врагов. Он за них плакал, одевался во вретище. Печали его. Печали, да. Говорит, ну да, 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 это как раз об этом и речь идет. И вот интересно нам, царь-пророк Давид показывает нам это вот, о плаче, как бы пример, документальное подтверждение. Когда он согрешил, и Версавия родила сына, первенца ему, и мальчонка этот заболел и начал умирать. И он начал поститься, молиться, пребывал в плаче, во вретище одевался. И сказал, не буду есть хлеба до тех пор, пока Господь какое-то решение не будет. Не вынесет. И он был в такой печали, ему даже боялись сообщить, что дитя умерло. Но он смотрит, там шум какой-то, и поворачивается и говорит, ну что вы там шумите? Скажите уже, что, дитя умерло? А не, умерло, царь. Он тогда говорит, ну все, тогда подайте одежду мне и хлеба, подайте. И они до такой степени удивились, да как же так-то? Тут-то сейчас как раз и надо сетовать. Он говорит, ну как, ну если, говорит, Господь бы увидел мое сетование и сжалился над ним, ну тогда бы вот понятно было. Но так как Господь не увидел, теперь уже поздно, все уже прошло. Молодец вообще. Это пример такой,
И для нас тоже, что мы видим, во-первых, цель страданий, кто этот младенец. Если мы под младенцем будем смотреть на весь наш народ, допустим, русский народ, и мы решили, что вся Россия должна покаяться, и вот теперь мы плачем о всей России. Ну как, а монахи там делают, и церковь вот всегда сетует, вся Россия там, все за всех плачут. То значит, мы вообще от слез не должны просыхать, правильно же? Ну потому что где верующие-то? Нету. А если мы будем плакать о церкви об одной, только чтобы церковь наша покаялась, и чтобы в церкви новые пастыри обрелись, и те пастыри, которые не поступают по евангельским заповедям, чтобы они поступали, вот здесь уже будет плач интересный очень. Тут не совсем будет до плача, как Игнатий Тихонович говорит, вот меня, говорит, со всех сторон, говорит, гоняют, говорит, начиная от патриарха, говорит, и сектанты, говорит, все, говорит, на меня ополчаются. Почему? Потому что говорю истину. И все сразу спрашивают, а как ты так, что ты придумаешь, к истинному православию? Это что, значит, православие не истинное, что ли, сейчас? Какие мудрые прозревшие, а? Ну, а правда? К истинному православию призывают. Ты понимаешь, о чем идет речь? Человек пишет целую книгу, называет ее «К истинному православию», и теперь дает ее читать священникам. Чего они должны о нем думать? А никто. Зачем они на этой земле? Они вообще православные, нет? И как этот человек тогда может позволить себе такое сказать? И что этот человек должен, как он должен плакать? О чем? Что является слезами его? Блаженны плачущие. Но я думаю, что под плачем здесь не просто слезы подразумеваются, а именно та скорбь и та жизнь твоя, та цель, которую ты пытаешься своей жизнью показать. Это вот и есть плач. И написано, блаженны плачущие, ибо они утешатся. И написано так, утешите. Утешатся же они не только там, на небе, но и здесь. Ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. Здесь радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получить жизнь блаженную. То есть, когда говорим мы здесь о всем том, что ждет нас там за то, что мы не исполняем заповеди Господни, мы должны одновременно радоваться, что есть учение Господне, что есть заповеди, которые можно исполнить. И люди есть, которые показывают это, как исполнять. И вот если бы мы осознали эту радость и пребывали в ней, и тогда бы правильные слезы наши были покаянные. А сейчас у нас ни свечей правильных нету. Ну, куда в церковь не зайди, нету восковых свечей нигде. Нет, сейчас восковые продают. Да нету ничего, нету никаких восковых. Не надо. Продают на базаре восковые. Да причем базар в храме и написано восковые. Написано, ну мало ли что написано. И в храме продают. Ну а вы подходили, их нюхали? Ну я не покупаю. А что нет? Я не покупаю, потому что у меня есть свечи. Вы идете на обман, ведетесь, и все. Поэтому и нету у вас праведного плача. Вы думаете, что здесь мы очень много наговариваем на людей. А у них там и свечки есть, и они там монахи замолились за весь мир. И уже исплакались, у них борозды вот такие вот. А на самом деле ничего нету. Один обман идет, а вы думаете, что, ну, братья немножко тут привирают, охота красное словцо принести. А что вы их не взяли, не понюхали свечи? Вот а что вы не взяли, не разломили их? А я пошел, взял, разломил свечку. Да, издалека смотришь, как будто восковая, подойдешь, хрумк ее, а она не восковая. И потом, ну, понимаете, это если восковая, это для вас, как аппарат будет наш работать? Она же там застрянет, надо же подмазывать чем-то. Игнатий Игнатьевич рассказывал, две такие были стальменки женщины. Говорит, дочка с матерью очень хорошо делали свечи. Все, дали им там баранок вот таких восковых, они привезли кучу целых свечей.
Он говорит, я смотрю, они как-то поблескают. Говорю, а что они так как-то поблескают? Они, ну, это смазка же. А чем смазывали? Надежда Васильевна, плохо. Каким-то глицерином. Да, я всю жизнь плохо. Что там теперь сделаешь? Я вообще... Она скажет. Она скажет, когда надо. Она вот слова не сказала еще. Что ей плохо, я не могу понять. Ой, чего вы все такие? Говорите. Что нужно сделать нам сейчас? Ладно, да, я думала, у него пена изо рта идет, а у него таблетки. У меня таблетка под языком. Все, не отвлекайтесь никак. Это совершенно верно. Давайте. Ой, давайте дальше. Прочтем. Пятый стих. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Некоторые под землей разумеют землю только духовную. Блаженны Фефелан говорит, то есть небо. Но ты разумей и эту землю, сию землю. Кроткие почитаются презренными и бедными. А он, напротив, говорит, что они-то особенно и имеют все. Кроткие же суть не те, которые вовсе не гневаются. Таковы бывают только лишенные разума. Но те, которые могут гневаться и воздерживаются. А гневаются только тогда, когда должно. Гнев, он не всегда является грехом. То есть, когда должно. Значит, получается, что гневаться можно... Осталось только разобраться, когда на него когда должно. Когда не должно. Теперь осталось разобраться, когда должно так гневаться кротким. Вот так кроткие. Может быть, все-таки с другого полегче пойдем пути. Господь говорит в Евангелии от Матфея, 11 глава, с 27 стиха. И говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. То есть вот, чтобы узнать, какой человек кроткий, мы берем пример Иисуса Христа, пример Господа нашего. Кротость и смирение. Тут рядом идут. Чтобы найти покой душам нашим, нужно кротость и смирение. Господь Иисус Христос кроткий был по отношению к кому? Давай, брат, говори. Я прочитаю, брат, подержи потом. Сейчас немножко прочитаю. О гневе. В какой момент Господь с гневом? Вот здесь нам пример появится. Это Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. Ну, начну с 1 по 5, чтобы понятно было. «И пришел опять в синагогу, вот там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину, а им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Видишь, когда он гневался, именно ожесточение сердец их с гневом. А теперь зададим вопрос. Воззрел с гневом. Почему вообще слово «гнев» появляется у нас здесь? Что такое гнев? Недовольство. Нет. Гнев, да ну что вы. Какое? Толкование это только недовольство это... Нет. Гнев это выход злобы из человека. Да, выход уже. Не простой, а с действием. Вот как оно все. Здесь Господь гневается. А какое действие-то его? Гневаемся. Вот, ну сейчас сидели мы что-то тут. И огневались тут с братом друг на дружку. Ну, я там его схватил за горло, он меня там в нос ударил. И все бы сказали, о, в каком гневе они, какая злоба-то у них, аж гнев вот какой кипит. А еще есть ярость, когда ты нож и начинаешь убивать уже. Это еще хуже. Вот гнев. Выход должен быть гнева. Вот я сейчас начинаю повышать тон. И любой там, который любит, человек любит тишину,
У нас есть такие люди, они сразу скажут, ой, невозможно тебя слушать, ты так орешь, ты прям так тут разрываешься, меня прям ты так в гневе в таком. И ты начнешь выискивать себе, сидишь напротив, в зеркале корчишь лица всякие свои, как ты там говоришь громко. Думаешь, как-то гнев-то, откуда он взялся? Должен быть выход гнева, понимаете меня, о чем я говорю? Нужно что-то пнуть, ударить там кулаком по столу. Ну гнев, ну должен как-то выразиться-то. Ну есть, да, гнев может выразиться в страшном крике. Может выразиться, вот, конечно. Но этот крик, он должен состояться, его нету. Господь написано в гневе. Об ожесточении сердец мы знаем почему. А теперь гневе. А теперь как гнев выразился его? А он выразился? Просто тут не написано. Там дальше написано. Как он выразился? В преисподнюю весь город пойдет, написано. Содому и Гоморре, говорит, будет легче, нежели Капернауму. До неба вознесшемуся. До неба вознесшемуся. И до ада будет низвергнут. Вот он где гнев-то вылез. О, Господень. Через какое-то время. И этот попал туда? Скорее всего, он попал. Скорее всего, этот человек. Потому что Господь говорит с гневом, воззрев на них и так далее. Там дальше ничего не говорится. Но лучше бы он, конечно, не попал. Лучше бы он стал другом Божьим. А могло подействовать это чудо на них? Могло подействовать тоже. Но все-таки Господь оставляет по себе память нам вот этими высказываниями, которые очень, очень напоминают сошествие в ад Корея до Фана и Верона. Могу, брат, объяснить? Праведный гнев именно что такое? Праведный Давай. Гнев именно здесь Господь-то зачем говорит, что ожесточение сердец их, то есть они этим самым нарушали заповеди Божии. Милость не проявляли ближним. А Господь как раз об этом говорит, что вы нарушаете, Матфея 23:23, что суд и милость и веру, платя десятину, а это, говорит, не делайте. Суд, милость и веру. Ну и это, также вот... Брат, ну я вопрос-то задаю давай. Дальше. Но это обличение, это простое обличение. Да. А гнев-то где выражается? Ты мне опять объясни. Там написано с гневом. Гнев где выразился-то? В чем он, гнев-то? Ну, обличал он много везде, но не написано там, что с гневом. У Господа одно обличение сплошное, что тут не начни говорить, у него он всех обличает, но с гневом это не часто у него было. Ну, видишь, воззрев с гневом. Воззрев с гневом. Посмотрел с гневом. Тут прямо сказано. Да, даже посмотрел с гневом. Я тебе говорю, гнев-то в чем выразился? Я вот никак не могу опять до вас добиться, чтобы вы поняли-то, о чем я говорю. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Он должен выражаться в чем-то гнев, понимаете? Вот сейчас меня доведете до белого коленя и узнаете, что такое гнев, вы понимаете? Вы понимаете, да, меня уже немного? О чем я хочу сказать? Я уже понимаю. Он должен выражаться в чем-то. Он не может быть такой, я, знаешь, на тебя очень сильно в гневе. Что-то вот такое очень сильное в гневе, такой шибко. Дайте мне немножко повязать что-нибудь тут. Носки я сейчас свяжу. Я в таком гневе, знаете? Он не выражается гнев в вязании носков. В словах. В словах. Господь с гневом взглянул, дальше сказал, а потом сделал вывод. Капернаум до неба. И ты, Капернаум до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Это в Капернауме происходило? Ну, потом почитай. Или в одном селении. Ну, в общем, это селение точно отнесется к тому же Капернауму. Это однозначно. Конечно, там про синагогу говорится. Ну да, он говорил, он был в синагоге как раз и в Капернауме. Это какое? Какая глава у нас мы читали? Марка 3 глава. А, ну все, это значит Капернаум. Это первые проповеди Христа. Мы о них говорим. Итак, мы-то говорим о кротости. Кротости. Вот кротость. Господь был кроток. Кроток и смирен сердцем. А чем Господь кроток? И Он к себе призывает, чтобы быть кроткими. Ибо я кроток и смирен сердцем. Я. Моисей был сам кричащий. Вот. Ну, еще один пример. В чем выражается? Моисей, в чем? Нет, так и не ответил. В том, что они в ад пошли уже капернаумовцы. Понятно. Вот в чем гнев выразился. Но Господь им дал время, какое покаяние. Вот, значит, праведный гнев какой, понял? Он попытался из них сделать своих друзей. И некоторые, возможно, даже обратились.
Потому что в других городах просто больше было обращенных людей, нежели в Капернауме и Харизине, о которых говорится здесь. Нет пророка в своем Отечестве. Да, нет пророка в своем Отечестве, говорил Господь. А в других больше было обращенных, поэтому он, видишь, дал больше им времени для покаяния. Хотя и из них тоже пошли в ад, я думаю, многие. Потому что написано, если что, некоторые из священников покорились вере. Представляете, священников, то понятно, что и левитов, может быть, побольше покаялось. А так-то в основном Израиль не покаялся же. Они же предками гордились своими. Что Господь пошлет им спасение за даром, потому что они евреи, они по вере, как Авраам по вере. Авраам-то он еврей, понимаешь, что он тут как все получилось. Мы вот новые евреи по вере Авраама получились. Новые евреи, что такое? Новые избранники Божьи. Кто такие? Христиане, вот кто. Из разных народов оказались. Но мы не можем сейчас быть... назваться там интернациональными, как там называют там эти разные течения, учения. Мы говорим просто, что из всех народов люди под разными цветами кожи, разными, могут спастись, если примут учение евангельское Иисуса Христа, благую весть Господа Иисуса Христа, и покаявшись, примут это. А дальше, как там, что дальше, они спрашивали апостола Петра, уже евреи спрашивают, а что нам делать, чтобы покаяться? И он говорит, покайтесь, и да молится каждый из вас. И крестится каждый из вас. И да крестится каждый из вас в оставление грехов, и примите дар Святаго Духа. Вот как. Покайтесь, и да крестится каждый из вас. То есть веры в Господа хватало им уже. Их не надо было убеждать, что Бог есть, вот в чем дело. Им нужно было прийти ко Христу, принять Иисуса Христа как единородного Сына Божия, как Спасителя мира, как Мессию. А Мессия не знали, что придет Мессия. Об этом сказал кратчайший Моисей. Кратчайший, которого они так и называли, кратчайший. Но Моисей был кратчайший, мы скажем уже, перед словами Божьими. Один раз только он, вопреки словам Божьим, добавил лишних слов. И когда говорил о скале, из которой ему Господь сказал извести воду, он добавил слова. Неужели непокорные, говорит, неужели из этой скалы? Нам не дать вам. Так он. Да, и ударил жезлом, второй раз ударил. Вода потекла, но он сказал лишние слова. И Господь говорит, за то, что... Не послушал меня, не войдешь в землю обетованную. Дам только с высоты посмотреть. Посмотри, когда вот прочитаешь всего Моисея, как он пред Господом служил. Невероятно просто. Какие он переносил испытания. И после этого Господь не ввел его в землю обетованную. Да а мы тогда кто такие-то вообще? Тут ты и заплачешь. И как там нужно быть кроткими, как Моисей? А Моисей, он до смерти бился, причем и других за собой звал. Он поднимал других, как вождь, против непокорства словам Божьим. Вот он, где гнев-то проявление. И нарушение заповеди Божьей, нежелание следовать за Господом, Богом. Да. Вот я еще, брат, прости, приду к этому пример сразу, раз вспомню про это. Вспоминаем, Господь сделал бич и начал выгонять торгующих из храма. Вот оно, проявление гнева. Два раза это было. Да. Вторая глава Евангелия от Иоанна и 23 глава Евангелия от Матфея. Два раза это было. Первая, 23 глава Евангелия от Матфея показывает нам второе изгнание из храма, а в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 2 глава, показано первое пребывание Господа во храме, когда Он изгонял и мягче изгонял. Там написано, что Он не опрокидывал там еще столы с голубями, просто сказал, возьмите это, вынесите вон, а потом все опрокидывал уже. 2
второй раз. С большим, можно сказать, гневом это делал. И ожесточением. И уже назвал вертепом разбойников. Да, и назвал там вертепом разбойников. Здесь еще не называл. Здесь он сказал, дом мой. Дом молитвы наречется. Не делайте его домом. А, нет, как же он сказал-то? А, домом молитвы наречется. А потом сказано. А потом вертеп. Уже сказал, да, вертепом разбойников. Вы сделали его. Да. Ну, то есть, Господь дает время на покаяние. Интересно, значит, был еще третий раз, то есть, это он ходил три раза с учениками на Пасху и проповедовал там о Царстве Небесном. То есть, второй раз он не выгонял никого. Значит, там никого не было, иначе он бы он опять гнал. То есть, один год они поняли его, на второй год опять собрались. Ну, если говорить о еврейском народе, об их преклонении перед заповедями Господними, то надо сказать, что они в этом иногда преуспевали даже. О чем там говорить-то? Потому что вот в то время, говорят, когда был Христос, они как раз особенно, у них было такое время исполнения, старались исполнять заповеди Господние. Вот и фарисеи, то, что там ходили, останавливаясь, молились, это как раз об этом и говорит, что это все вылезло уже наружу исповедания этих заповедей, исполнения. То, что собирались на Пасху, люди все, а ведь до этого даже Пасха не праздновалась сейчас в евреи. Поэтому они пытались. Но внутренне они были не кроткие и не смиренные перед словами Божьими, по чем дело. То есть была ли, сейчас спросим, кротость у фарисеев и саддукеев и книжников? Ну какая кротость, глядите, посудите сами. Они приходят к Иоанну Крестителю при Иордане. Народ собирается и крестится. Почему? Потому что написано в толковании, народу нравился призыв, которым призывал их Креститель к покаянию. Поэтому они приходили. Народу это нравилось. Народ чувствовал, что покаяние что-то должно быть. Иоанн Креститель эти слова донес. Но на самом деле это Господь знал, что нужно говорить. Послал своего пророка, он говорил, возвещал. И пути исправлялись, стези делались прямыми. Это так. Ну а теперь приходят фарисеи и саддукеи. И с чего они начинают? С покаяния? Они начинают допытываться, докапываться до пророка, чтобы его искусить. Начинают испытания ему какие-то предлагать. А ты тот ли? А ты пророк ли? Не пророк ли? Начинают вопросы задавать. А кто ты такой тогда? Кто тебе позволил? А зачем ты? Ну и толкователи наши, мудреные Духом Святым, говорят, что да, действительно, они пришли не для покаяния. И он говорит им, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Когда он это говорит? Когда они подошли, повыспрашивали у него, не добились ответа, потому что Иоанн остался в истине. Он говорит, как написано, когда они пришли к нему. Сейчас, простите. Опять же. Я недолго. Бежать от будущего гнева. Опять слово гнев. Гнев это неизбежность наказания на суде Божьем. Ну, у Господа, да, всегда. И гнев. Он скорбит, но он сказал, я накажу. И он не может теперь простить просто так, ни один грех. Грех только кровью смывает. Вот простите еще раз, я сейчас. И он говорит в Англитана, первая глава, 21 стих. И спросили его, что же ты, Илья? Он сказал, нет. Пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас. Что ты скажешь себе самому? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне, направьте путь Господу. Исправьте путь Господу. Как сказал пророк Исаия, апостолы были из фарисеев. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк? И он сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень по обуви его. Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. Брат, можно добавить? Да. Где-то Господь в другом или в этом же месте, в другом месте говорит, что
кому дано, тот и, он говорит, какой же властью ты можешь, он говорит, кому дано именно свыше, вот такой смысл. И тот и почему и выходит, и говорит, то есть и обличает, то есть не может сам человек выйти так просто, то есть ему дано это от Бога именно. И вот я дальше о кротости Таяновой говорю. Mm-hmm. И он в завершение всего, это 20 стих, он впереди стоит. И он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Вот главное, что он сказал. И он объявил и не отрекся. Вопрос, а в чем не отрекся-то он? От чего не отрекся? Чего он объявил-то? Ну, здесь о его кротости идет речь сейчас, о кротости Иоанна. Он на себя не взял функции ни пророка, потому что они говорили о пророке, о котором говорил Моисей, а это Мессия. Ни о Мессии, то есть Христе, о котором они говорили. Почему? Поэтому это тот же самый пророк, о котором говорит Моисей. А он был глас вопиющего, о котором говорил и Илья. Это тот, который придет перед этим пророком Мессией, Христом. Малахия, 3 глава. Да, и Малахия, 3 глава как раз об этом говорит. Вот кто он был. И поэтому написано, он не отрекся, что он там не пророк. Он просто не стал о себе до конца говорить, потому что они не спрашивали его о нем. Не спросили. Хотя не написано, что он пророк и все, а о нем говорится, что он ангел. Вот как говорится. И даже более того, говорится, что он свет. Был свет, посланный в мир. Это как раз Иоанн Креститель. А Господь Иисус Христос поднимает его на высоту вообще для нас недосягаемую. Он говорит так, выше пророков среди людей не восставал, чем Иоанн Креститель. Все, мы вообще потерялись. Если мы о пророках там читали, какие они были, и просто поражены их верой в Господа, они вообще все презирали. Какие там дипломы, институты? Мне все равно, вы будете плевать, кто поступал, иначе были плуты. Они все шли до конца, и вдруг выше всех человеков. А смотришь на Иоанна Крестителя, а что он такого сделал-то? Те ходили там, огонь низвергали там, попаляли, где-то там голодали, все такое. А Иоанн Креститель, ну пришел, ну сказал там, стоял там, погружал людей, ну и что? А вот оказалось не ну и что. Оказалось, он встретил самого Христа, и прямо перед самым пришествием Христа, чтобы возвестить людей о пришествии царя к ним, Мессии, он прям делал все то в кротости и смирении, что сказал Господь. Ничего лишнего не делал. А мог бы, он бы вот тут бы мог, вот тут, вот когда пришли фарисеи, он бы сказал, да я пророк, вы что не верите? Вы что, не понимаете, что я пророк? Люди, они не верят, что я пророк. Ну-ка, поддайте-ка им под затыльников. Сразу бы народ собрался с удовольствием, поддали бы ребятам сколько надо. Это был бы уже другой пророк. Это не кротость и не смирение. И какой он кроткий и смиренный. Он предупреждает, что вот придет тот, кто перед ним, все, видит Господа. Говорит, вот он Агнец Божий. И Христос приходит и говорит ему, я должен от тебя креститься, все сделал. И Господь говорит, оставь теперь, так нам надлежит исполнить всякую правду. То есть оставь теперь. Что такое оставь теперь? Вот эти слова. Оставь теперь. Это лишнее. Вот что ты сейчас сказал, это ни к чему не надо. Оставь теперь говорить об этом. Когда сейчас мы это исполним, всякую правду, ты поймешь все. И, конечно, когда в виде Дух Святой, в виде голубя, когда Бог Отец сказал, он уже тогда все понял, в чем смысл всего этого. То есть вот так вот и люди обычно смотрят Слово Божие перед ними, оно вот здесь перед ними. Даже есть люди, которые исполняют. Но самость вот их, не кротость и не смирение, а наоборот дерзость и самомнение заводят их в такие дебри большие, что, конечно, никакого блаженства они не получают. Хотя они себя называют самыми блаженными. Есть он ваше блаженнейшество, там называют в церквях. Но если по сути рассудить, ничего там блаженнейшего-то и нет, оказывается. Потому что блаженное перед Господом. И кроткое, и смиренное. Ой, да. Вот еще в чем, вот я по отношению к сектантам сейчас вот
вспомнил, что они-то тоже эту кротость не проявляют. Бог говорит, надо находиться в церкви, я создал эту церковь. И зачем? Что бы там ни творилось, я там нахожусь. Избраны мои чада. То есть, несмотря на что, ты должен находиться в церкви и там трудиться во славу Божию. А тебя будут гнать, тебя будут поносить и так далее. Не выходите из церкви. В этом-то и есть тоже смирение кратчайших. Вот это как назван был, кротость вот этого. Нужно проявить здесь. Более того, мы заботимся, вот сейчас проявили разговор, шел о неверующих вообще людях. Теперь вот брат назвал этих сектантов, те, кто в церкви не входят, но они используются Словом Божьим. Пользуются. А есть еще люди, которые вообще себя называют и православными, и искренно верующими. И они тоже не кротки и не смиренны в Церкви Божией. И к ним это тоже относится. И среди них есть великие люди, великие князья Церкви, блюстители ее, митрополиты, патриархи. Все те, которые называются пастырями, блюстителями Церкви. И среди них есть. И есть среди паствы мирян простых тоже такие люди, к которым тоже... Эти слова никак не относятся. Они не блаженны, потому что они не кроткие и не смиренны. Они ко Христу не пришли. Ко Христу нужно прийти, Он к себе зовет. А еще больше того, Он говорит, я все стою у двери и стучу. У двери сердца человеческого. Стоит и стучит. Ну, как бы это и называется приход Христа и прийти к Нему. То есть нужно выйти навстречу, отверстить свое сердце, как это сделали 5 мудрых дев. Или масло, то есть милосердие. А милосердие к кому они проявили? К людям. А через что? Через кротость и смирение перед женихом Христом. Они исполнили так, как было заповедано. А те, проспав, хоть и были, казалось, рядом, но уже не смогли войти, потому что им не было открыто. 6 стих. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Так как Господь намеревается говорить о милосердии, то наперед показывает, что должно соблюдать справедливость, дабы не делать милости из награбленного. Кто алчит и жаждет, тот сильно желает насытиться. Так сильно надо желать правды и соблюдать ее. Поскольку же и любостяжательные представляются живущими в довольстве и сытости, то он говорит, что тем более праведные насыщаются. Они насыщаются и всей жизни, ибо владеют своим имуществом безопасно. Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Псалом 33, 11 стих. То есть, как бы здесь получается у нас какое-то противопоставление как бы словам Божьим. С одной стороны, говорится о бедности, которую несут люди кроткие и смиренные, вот, то, что они наследуют землю. То есть наследуют небо, потому что они самые бедные и так далее. А с другой стороны говорится о благе, которое Господь посылает для них. Но пророк говорит так: Господи, не пошли мне ни бедности, ни богатства, а чтобы я во все дни жизни моей питался от трудов рук своих. Там еще с надеждой, по-моему, на упование Господне. То есть почему должно быть? Ну потому что если ты совсем уж нищий, просишь подаяние, Господь говорит, лучше давать, нежели брать. А как ты тогда дашь, если ты, у тебя нечего дать? Значит, надо как-то еще и потрудиться, чтобы у тебя какой-то был излишек, чтобы можно было дать. А кто это пророк? Какой? Это Господь Иисус Христос сказал. Нет, как? Это апостол Павел пишет, по-моему, послание к Якову. Что именно? Блажение давать, нежели брать. Нет. Ладно, другой сейчас спрашиваю. О том, что не дай мне бедности, да, ни богатства. Это царь Давид. Царь Давид, в Псалме только не помню, где это. Нет. Это пророк говорит. По-моему, из Икеи.
Да, да, да. А потом проверим, ладно. Ой. Нет, это не псалом. Я насчет правды, слово правда. Вот здесь блажены правды, да, ибо они насытятся. Жаждущие правды, ибо они насытятся. А вот то, что ты недавно... Алчущие жаждут. Алчущие, да. То есть недавно ты вот прочитал стих Писания, Господь сказал, что да, всякую исполнить правду мы должны говорить. Почему? Да, что я должен от тебя креститься. Тебя креститься, да. А толкователь под всякой правдой имеется в виду заповеди, да? Да. Божьи, да. Вот что здесь. Блажены алчущие жаждущие правды. То есть желающие исполнение заповеди Господней. Вот в чем правда проявления. Почему они этого жаждут, когда люди нарушают? Совершенно верно. Да. Алчущие и жаждущие правды. То есть жизнь духовная должна быть. Да. Не вот написано, не хлебом единым будет жив человек. Хлебом единым, то есть вот тот хлеб, который на столах материальный. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Здесь говорится о духовной алчбе, о духовной жажде человека. А что такое духовное? Это Библия. А что в Библии написано? В Библии написано, как спасти душу твою и как спасти, исполни всякую правду, исполни всякий закон Божий. Ну это вот место Писания сразу вспоминается. Евангелие от Иоанна 5:39. Господь говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Там Иисус Навин 1:8, дабы в точности исполнить все, что написано в ней, в Слове Божьем. То есть... Да, ну места Писания очень, да, очень сильные, много, но... приводишь ты, их надо рассматривать. А вот давайте еще в толковании посмотрим, блаженный Феофилакт говорит, поскольку же и любостяжательные представляются живущими в довольстве и сытости, то он говорит, что тем более праведные насыщаются, они насыщаются и в этой жизни, ибо владеют своим имуществом безопасно. Ну, значит, и там, естественно, на небесах. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. То есть разговор-то идет даже о том, что если человек находится в исполнении заповедей Божьих, то Господь печется о нем даже здесь, в материальном плане. Вот в чем дело. И мы это видим, где написано. Господь говорит, прежде ищите Царство Небесного. Не заботьтесь ни о чем. Да. Да. А до этого, как что он сказал? Не заботьтесь ни о чем. А ни о чем там написано. Ни о еде, ни о питье, ни об одежде. Три. Вот. Но почему не написано домов, не, а жилье? Потому что у нас вот сейчас вот, ну оденься ты, ну и сколько ты походишь здесь у нас? Ну прошелся там день-два, а потом... Глядишь, вот там под топольком-то и задремал навечно. Температурка-то под минус 40-ник бывает, опускается. Ну вот по этим, видать, причинам Господь и не говорит, потому что сейчас вот в тех местах, где вот проживают эти люди, которые крестились и так далее, крестились-то не забывайте, когда? 19 января. У нас здесь 19 января, мы как все Карбышевы, генералы, которого заморозили, Может, а у них в Тель-Авиве плюс 27. Может, он вот с евреем говорил, а там что всегда теплота была. О чем и речь идет, что там, им не обязательно было. Да. У них, как у стрекозы, и под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Да, да. А у нас, и там написано, как про нее еще, лето красное пропело, оглянуться не успела. У них этого не подходит. Эта басня не для евреев. Почему? У них можно круглый год там петь, плясать, танцевать. У них всегда лето. У них один урожай идет за другим. И там написано, дождь ранний и поздний посылает. Для нас непонятно, что за дождь ранний и поздний. А для евреев понятно, ранний дождь это весенний урожай, а поздние дожди это урожаи уже осенние начинаются. Так вот, вот как у них все, понимаете? Слово-то Божье только евреев оно и было. Да? Поэтому нет. Поэтому надо здесь немножко поглубже смотреть, что Господь печется о своих. И вот здесь вот мы свои Господу, и Он о нас печется, и дает и нам тоже жилье, дает, чтобы мы не замерзали, чтобы мы могли вот собираться, исследовать Слово Божье, помолиться обо всем этом. И должны работать. Правильно же, сестра, я говорю? Работать сестра вся вникла в Слово Божье, ей сейчас не до этого. Спасибо, Христос. Пусть читает, что он должен.
Не шоколада. Прежде ищите Царство Небесное. Но... Спаси Христос. Все. Вот не скажете, где это написано? Остальное все приложится. В Нагорной проповеди. Мы все знаем? Ой, Господи, помилуй, Господи. Ясно. Веселитесь, Господи, радуйтесь, праведные, торжествуйте, все правые сердца. Блаженка мой, пущенный беззаконный, чьи какой-то. Правое сердце. Зажжу. Аллилуйя. Зажжу. Правым сердцем. Да, как раз это к нашему месту Писания. Матфея 5 глава, 6 стих. Да. Ну давайте вот еще послушаем 7 главу. Господь говорит: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Стих, а не главу. 5 глава, 7 стих. Итак, милосердие, говорит нам толкователь, можно оказывать не имуществом только, но и словом. А ежели ничего не имеешь, то и слезами, и вздохом. Они получат милости здесь, милостивые, от людей. Ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел в бедность, тому все будут оказывать милость, особенно там Бог. Ну это вот мы видим. Игнатий Тихонович, сколько там гоняли, сколько чего только нам не было с ним. Какие там деньги, о чем там говорить, какие там заработки. Ясно дело, что... Ну, Игнатий Тихонович, это как исключение из правил. Он единственный, по-моему, даже, если не для всего мира, то для России это точно. И Господь показывает на его примере, как он захотел поехать по Европе распространить. Да, да. Ну, мысль пришла, вот откуда не возьмись. Причем второй раз там брат Виктор у нас, ему брат этот там судил 1000 этих евро, чтобы брат поехал. Там где-то для Николая тоже нашли, я не знаю. Игнатий Ильич сидит, рассказывает, что там надо, там 40, что-то там сколько там, 600 тысяч что ли. 600 тысяч, я прикидываю, я-то знаю, сколько я получаю, но 600 тысяч, это мне, не знаю, сколько лет работать. Чтобы 600 тысяч заработать и где-то денег, из них же там еще десятина отдаются, да то надо, это надо. Какие там поездки, да еще машину надо купить. Тут спокойно Господь открывает свои закрома божественные и кротких, и смиренных. И милостивых, милостью своей снабжает. Ну а как это было вот по Библии, по Слову Божьему? Всегда было так. Господь снабжал сильно. Народ израильский, как он хранил. Избрал этот свой народ Господь через Авраама и хранил его постоянно. Что только они не имели. Я сейчас скажу одно, и вы скажете сказки. Хотите, скажу. При Соломоне написано, золото было, как серебро. А серебро было, как медь. А меди никто не считал, сколько было. Представляете? Мне, как геологу, который ищет и добывает золото, я могу сказать, первое, это сказка из сказок. Но так как я кроток и смирен сердцем, я верю. Написано, серебро валялось на улице, как камни. Представляете? Ну, потому что отовсюду... Какой милостью Господь... Отовсюду шло им и золото, и серебро, и все. Отовсюду. Ну, потому что мы не знаем, почему что. А вот я могу точно сказать, что Господь милость свою открыл, да. Щедрую руку свою. Это было один раз только в жизни. И никто не знает. Но до сих пор... Этот Голливуд всякий там переполнен. Вот эти все американцы, у них Соломон, это на слуху. У них Соломон это, ну послушаешь его, как об воскресении Христа только так говорят столько. Сколько они об этом Соломоне. И копии Соломона, и алмазные копии, и золотые копии Соломона, и сокровища Соломона, и дворцы Соломона, и погребальницы, и что только не придумают Соломона уже. А все же просто, намного проще оказалось.
Господь милость свою оказывал. Почему? Ну и Соломон тут проявил кротость перед Господом и смирение. И народ тоже кротость и смирение проявил. И при Соломоне исполнялись обрядные установления Господни. И вера была там, и книги переписывались. Все это хранилось. Но мы знаем, что Соломон в конечном итоге согрешил. Богатство все-таки в конечном итоге, и женщины развратили сердце Соломона. И мы теперь знаем, что золото, любящий золото не будет оправдан, а любящий Господа будет благословен, написано в притчах Соломона же. И он это знал, конечно, все, и ясно, что он его не копил, а ему все ложилось в руку. Ну вот об этом как раз и говорится. Еще скажу о милости духовной, что Господь нам дает. Сколько милости вот этой, духовной именно даже. Взять Слово Божие, полную Библию, толкование, сколько вообще в православии это литература святоотеческая. То есть нас вообще Господь... Я могу сказать, то, что мы сидим вот сейчас собрались, шестером, занимаемся Словом Божьим, один вообще очень усиленно занимается. Это все милость Божья. Правда. Потому что Господь так дарует нам, ну, сблизиться. Слово Божие сближает. Мы же не приходим там капусту поесть, да, или чай попить. Мы приходим за милостью Божией, духовной пищей. И раздаем эту милость другим людям, проповедуя Христе. Если бы слушали бы кто. Ну как это слушай, не слушай. Милость-то не в этом проявлении. А, сестра чувствует сердцем, да? Это только кротость сердечная. Раиса Николаевна, слушают, не слушают. Наше дело эту милость оказать людям, рассказать о Христе. Не надо придумывать для себя великие таинства и трудности. Господь уже все для нас изобрел и придумал. Только надо исполнять. Для других это тайна. А апостол Павел сказал, братья, вы не в неведении находитесь. Да. О спасении от Господа. Все уже есть. А Господь вообще сказал, бодрствуйте, ибо я приду, как вор ночью приходит. И так говорю вам, бодрствуйте. И плохо будет тому, которого оставили, хранить дом. А он начал пить и напиваться, и бить слуг, и притеснять их. Не тем начал заниматься. Мы должны не тело свое насыщать, а душу свою насытить. Чтобы душа эта возрадовалась, возликовала, и в этой радости, в этом блаженстве она могла... Без насыщения тела моя не прикрывать. Говорит, без насыщения тела она не будет приковать одна душа. Почему душа в теле, а тело не питает каждый день? На словах только. Мы сейчас о духовном говорим. Милости Твоей, Господи, буду пить вечно в рот и рот, возвещать истину Твою, устами моими. Слава Тебе, Господи, что праведники есть и среди нас тоже. Ты бы говорил на веки слова на милость, на небесах утвердил истину Твою. Да, брат. Ой, помоги, Господи, помоги, Господи. Восьмая глава. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Многие не хищничествуют, говорит там толкователь блаженный Феофилакт, не обижают и даже милосерды. Вот именно, не обижают. Но блудодействуют. И в других отношениях бывают нечисты. Посему Христос повелевает соединить с другими добродетелями и чистоту или целомудрие не только по телу, но и по сердцу. Ибо без святыни или чистоты никто не узрит Господа. Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистое, чистые души. Вот Игнатий Игнатьевич маленький такой комментарий дает нам для нашего просвещения большего. Здесь, говорит Игнатий Игнатьевич Лапкин, взаимосвязь. При чистой жизни Бог открывает смысл священного Писания. А усвоение Писания
делает жизнь еще более чистой и побуждает к ревности и подвигу о Христе. Могу маленький пример привести. Ну, пример такой отрицательный. Ну, я когда на Урале еще жил с братьями там и проповедовали, и выезжали один город в районный, их стояли возле базара, и там с книгами Игнатия Ильича разложили на капоте машины с Володей Пищиком. И стоим такие, рассказываем людям о Христе, о Западе Божьем. И одна женщина подходит, такая высокая, молодая, и говорит: не надо никакого писания, говорит, Библии. Блаженно же, сказано же, блаженное чистое сердце, мимо не Бога узрят. И побежала, здорово. И побежала от нас. А, побежала? Побежала, сразу тут же побежала. Я думал, она что-то скажет еще. Кстати, ну а как ты без Писания бы, даже этот стих Писания бы ты не узнал, в чем дело? А то, говорю, блажен, не надо никакой Библии. Блажены же чистое сердце, они Бога узрят. Все. Сейчас Кирилл вот написал Диванову письмо, чтобы вести про культуру православия в школах преподавать со 2 класса по 9. Это вы о чистоте сердечной юношества, да? Решили рассказать. Ну вот, а как, чтобы людей брать? Ну, то есть, мы видим, что церковь старается заботиться, да, о народе. Да. Невероятное просто желание церкви. О чистоте человеческой должен заботиться каждый сам человек. Церкви это просто не дано сделать. Мы можем только оповестить людей. И то, всех ли мы можем, не всех, это только ну, как Бог даст. В какой-то период времени, может быть, и всех можно как-то оповестить. Кто там слушает или что там по радио, по телевизору, если там кому-то на сердце ляжет. А так людям, чтобы людей оповестить о жертве Христа, о спасении их души, о смерти и воскресении Господа ради них, это... Вот брат рассказывает, что они куда-то поехали, там где-то рассказывали. Ну сколько там они, скольким людям рассказали? Они несли Слово Божие. Они старались до конца его и возвестить людям. Вот здесь вот стояли мы на площади. Каждого человека захватывали и держали столько, ну сколько можно. Вот сколько Господь на сердце человеку положил. Некоторые стояли часами. А в основном, конечно, все, ну там... А, ну да-да, я все понимаю, раз побежали. Даже визиток не брали, не хотелось им. И даже не брали никаких материалов, ничего. Как говорит апостол Павел, что и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Возвращающий. Ну там, немножко не так слово, возвращающий, да. Ну, взращивающий, значит. Возвращающий, здесь как бы говорится о том, что семя брошено, оно сгнило и опять дает семена. То есть о возврате этом. То есть вот это семя, оно Божье. Написано, семя сеет сеятель, это Слово Божье. Добрый брат, говори, что ты хотел. Я это, а то, что вот, говорится, что вот в школе сестра говорит, патриарх говорит, что надо там преподавать и так далее. Так самое главное, это рассказать о Христе не только о жизни вечной, что Бог есть любовь, а рассказать в первую очередь о том, дать человеку понять, что он погибший грешник. Вот тогда человек, вот как вот Игнатий случай-то рассказывал, там с кем-то скол, с каким-то мужчиной-то после занятий в университете. Он говорит, наконец-то, говорит, я понял, или что он там слово такое сказал, я говорит, ну, да, что да, вроде, да, человек наконец-то осознал, уверовал вроде бы, да. А он говорит, наконец-то я понял, что я, говорит, неверующий. Все. Да, наконец-то, говорит, мне доказали. Так вот, может, об этом и будут толковать. А если ничего-то не говорить, так вообще люди ничего не говорят. Я вам скажу, смотрите, о чем толковать. Я вам пример приведу. Я вчера читал статью «Патриарх Кирилл», там в интернете, призывает пастырей, именно пастырей, не священников, а и епископов, ближе быть к народу. И как ближе к народу? Он там пишет, надо, говорит, вместе с народом быть, чаепитие проводить, беседы. О Слове Божьем там и речи нету никакой. Какие чаепития, какая беседа? Беседа-то, ну если я понимаю, если будет по Слову Божьему, за толкование святых отцов. А то главное, чаепитие. Да, то, от чего мы отказались еще... В самые первые дни, когда решили проводить занятия по домам, сразу решили отказаться от чаепития. Чай пропьешь и говорить некогда. Ну и что? Было у нас такое, что сестры некоторые наши решили блинчиками баловать.
И вот приходишь, все, занятие, и сестра прям умоляет. Умоляю вас, братья, останьтесь там. Ну давайте сейчас по одному блинчику, ну там это вы меня обижаете, и все, как вот пьяные мужики. Ты меня обижаешь? Нет, я тебя не обижаю. Нет, ты уважаешь, не уважаешь. Начинается. И вот сестры, все, блинчики. Ну ладно, да, ну, ради сестра уже плачет, давай. Сели, разочек блинчики. В следующий раз приходим, она опять сестра, а потом. Я не могу вас принять на следующий. Почему? Я заболела. А что такое? Да после вас убиралась, 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 мыло там парила, и до этого там эти блины жарила, вся вымахалась в наглухо, а теперь вы еще с меня требуете, чтобы занятия были. И не было занятий. Да что, когда это? А потом говорим, сестра, ну ты, пожалуйста, больше не надо делать, она. Ну я же не знала, что мне так плохо будет, я так хотела вам там угодить и так далее. Но мы же тебе сразу сказали, что мы пришли только за духовным, ничего больше не надо. А я думала, это так, только ради красного словца вы все говорите. Интересно, главное, людям доказываешь это. И вот нужно, не знаю, что доказывать, хоть живот вот обрезай себе. Вот видишь, теперь все вообще не ем. Нет, нужно запихнуть в тебя что-то обязательно. Вот, как будто если я не попробую что-то у них дома, то значит все, причащения нету. А все, казалось бы, договорились, и все понятно, зачем приходим, к чему приходим. Нет, и начинаются обиды, а обиды на чем? На животе. Причем, казалось бы, мне надо обижаться-то. Я же большой, я много ем. Нет, обижаются всегда на меня из-за еды. Всегда из-за еды. Почему? Ну вот, Бог его знает почему. Я думаю, что просто вот Господь такой мне крест дал. Ну, не знаю, пускай думают дальше эти люди, кто обижается. А я прощаю. Не знаю, когда это все было, я что-то не помню. Ага. Каждый, ну и хорошо, что вы каждый раз вроде хожу и не помню. Сказать вам, у кого это было? У кого? У покойницы Евдокии Козьмовны, которая померла в 98-м году. И что? Так это давным-давно уж. А продолжить было пыталась наша незабвенная Александра Михайловна, мы ее просто уговорили уже и сказали, Александра Михайловна, пожалуйста, ну не надо. И она вняла. Почему? Ой, потому что кроткая и смиренная. Хотя сейчас вот ей сказали, Александра Михайловна, постановляем, блины можно. Сейчас бы сразу начала бы блинничать нас и радостная была бы еще. Но у ней просто сила есть, а у той не было уже сил. Вот и все. Поэтому мы все это уже знаем. И есть еще у нас полунемощные, полу-не поймешь иногда что. Ну, верные Христу, ничего не скажем. Ой, не знаю. Ну, ну ладно, все, что там говорить. Все, решили уже. Нет, никаких пирожков и шанишек. Дайте Слово Божие, пожалуйста, вам. Все. Хотя, казалось бы, это как-то все, ну, оно так, это, скучно или еще что-нибудь. Так, давайте бодрствовать тогда, раз скучно. Откроем сердце навстречу Господу. Не голословно, а по-настоящему. Не будем спать никогда. И тогда мы милость Божьего сияет над нами. Вот поглядите, вот мы дошли до 8-го. Мы сейчас остановимся еще. Матфея 5 глава, 8 стих. На следующий раз подготовимся. Почитайте. Тут нет, как... мы 8 стих прочитали. Да, нет, ну и можно и... еще будет по нему. Ну, да, мы да, только, да, да, как да, бы да, только да, начало да, такое да, небольшое. Да. Ни о чем. Я думаю, вот у нас песнопение есть. Жажди правды народ. Да, вот 93-й открылось, великий Бог. Сейчас, подожди, не включусь. Нашла кассету, где вы исполняли. Да? Ага, да, послушали? Послушала. Мы припев исполним после первого куплета и после последнего, потому что долго тогда растянется. Господи, благослови. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты с любовью Отца. Тогда поет
мой дух, Господь, тебе. Как ты велик, как ты велик, тогда поет мой дух, Господь, тебе. Как ты велик, как ты велик, когда смотрю я к небу, к звездам млечным, где дневно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечно, как в океане корабли плывут. Когда весной природа расцветает, и слышу вдали рощи соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья. Когда из туч навиши хорность гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божьих делах святых, как он людей живое достояние и возлюбил, и спас от бед земных. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, и нам прощенье приобрел крестом. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда соблазн мне сердце угнетает, и смертной скорбью дух мой удручен, и он в любви ко мне главу склоняет, и нежным словом заглушает стон. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния его, тогда мой дух в смирении смолкает, призвав величие Бога своего. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Воси Христос, брат, Господи, благодарю тебя, что и в этот день подобно нас собраться за этим столом, исследовать Слово Твое, все слышанное здесь, дары нам запомнить, дай силы рассказать другим людям, дай память все это заполнить. И пошли на нашем пути людей, жаждущих слышать Слово Твое. И как нас Ты коснулся когда-то, так и коснись через уста наши этих людей. Распусти нас с миром, утише войну на Украине,
дай мудрости правителям этих стран, враждующих между собой. Примири их, Господи, сам знаешь, какими путями. Вот ты сказал, блаженны милостивые, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Хвала тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Ну что, брат?